Всем привет! Наконец-то разгрузил практически прицеп, загнал тачку в бокс. И вот что бывает, если ты хочешь яркую, сочную тачку. Она выцветает очень быстро. Капот уже оранжевый. Давайте на примере бампера. Бампер, который видит солнце. Бампер, который не видит солнце. Бампер, который видит солнце. Видит солнце. Он уже... О, это крыло уже практически белое стало. Выцветает люто. Короче, надо красить каждый этап тачку. Ну, думаю, что-нибудь придумаем.